День России приднестровцы отметили с национальным колоритом в атмосфере любви и дружбы. Концертная программа, традиционная кухня, интеллектуальные игры разной степени сложности – все, чтобы с пользой провести воскресный вечер. Праздничная программа для бендерчан и гостей города организована в парке Невского. Прямо у Цареградских ворот входящих встречал муниципальный духовой оркестр под управлением Лазаря Калоева, а волонтеры раздавали трехцветные ленточки. В России. Спасибо большое. Спасибо. Дальше больше. Все хлебосольное многообразие с пирогами, кренделями, бубликами и баранками. Рассказал стих или спел песню о России, заработал крендель. Я изображаю самовар, это 6 чашек. Мы будем ходить, радовать всех людей с этим праздником. Днем России. Музыка звучала для всех гостей фестиваля. Возле выставочного павильона пели коллективы «Судьба» и «Спиранца». На сцене парка Александра Невского заряжали позитивом «Приетиния», «Добрыня», «Добрынюшка», «Фантазия» и «Днестровский сувенир». Мы привезли 3 русских номера «Краса России». Второй номер тоже будет хоровод, называется «Русский сувенир». И 3-й номер «Русская плясовая». Нам очень приятно, что нас пригласили, что мы сюда выехали. Мы вообще последний раз на 600 лет Бендером приезжали. И очень рады, хотели бы, чтобы почаще нас приглашали. Мы будем привозить номера и всех поздравлять. Воспевать Россию можно бесконечно. Это мощь и простор, широта души и молодецкая удаль. Россияне, конечно, не только веселые и трудолюбивые, но смекалистые и очень умные. Викторина на знание русских сказок, географии, государственной символики от Центральной библиотеки. Там был у девочки, у нашей знакомой, был про флаг России, мы не знали цвет. И про сказки. Во что превратилась Снегурочка в сказке? Ну, я ответила вопрос, что вот это была одна из моих любимых сказок раньше. Кто первее из вас? Умники и умницы, более высокий уровень. От эрудитов не было отбоя. Пришлось знайкам ждать своей очереди выхода на цветную дорожку. Вопрос очень сложный, но я смогу ответить. Так как у меня в четверти по истории пятерка, и я участвовала во многих диктантах, и всегда у меня выходило на 5. Внимание. Поэтому я уверена в своих знаниях. Хорошая погода, радостная атмосфера, общая история с большим и сильным государством. В Приднестровье и Российской Федерации проживают люди разных национальностей и культур. Это общий праздник единения всех уголков Большой империи и надежды на лучшее. Сегодня праздник России, мы празднуем его все вместе, наша семья уважает эту страну. Поздравляем с праздником России всех, самое главное, Россию. Россия, вперед! Мы за Россию! Вперед, Ира! Россия, вперед! Жанна Настас, Валерия Усвайская, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.